Итак, выслеживание и ликвидация охотника у нас начинается с того, что мы перемещаемся в район института и по мощности сигнала охотника мы пытаемся выследить, откуда идет этот сигнал. Находим вот такое вот здание. Заходим внутрь. Greentech Generals. Здание напичкано турелями, стрелками. Ведется достаточно ожесточенный бой. Периодически мы слышим, что стрелки отслеживают охотника и сообщают друг другу о том, где он находится, пытаясь с ним взаимодействовать. Предупредить могу сразу, не надо пытаться бежать вперед паровоза, но все равно охотника не догоняем. Мы его догоняем только по сценарию на самом верхнем этаже. Вот. Поэтому спокойненько идем, неспешно расчищая себе путь, уничтожая стрелков. Их тут достаточно много, они вылезают с разнообразным оружием, в том числе и с лазерным, с физическим. Попадаются также с ручным оружием. Таким там, как ключи, молотки и все остальное. По сути, в здании завалена часть выходов, входов, вот, и нас ведет как бы через открытые, не заваленные участки здания, через комнату, нас путь ведет на самый верхний этаж. По-моему, он четвертым, что ли, считается в этом здании. Ну, здесь вот в этом месте на переходе будет чел с ракетницей. Он представляет небольшую опасность, придется повозиться. Вот он. Ну, в принципе, это все решаемо тоже. Идем вперед, проходим наверх. Идем вперед, я сказал. Вот. Можно также нормально применять гранаты, они тут понадобятся в достаточно большом количестве, потому что не всегда желательно вступать в непосредственный контакт. Брони может не хватить просто-напросто. Турельки. Достаточно много их. Вот здесь есть терминалы отключения, но в основном как бы мы до них не добираемся. Мы видим, что в турельке раньше, чем добираемся до терминала. Можно вот так вот в обход зайти, сзади стрелка, например, в этом месте. С ним разобраться. Напичканы также лазерными растяжками, либо обычными растяжками. Вот комната, практически последняя уже, и который ведет наверх. Здесь повозиться пришлось слабо. С охотником сейчас у нас будут небольшие проблемы, когда мы доберемся. Вот. Я объясню там, в чем дело. Там очень хитрая ситуация получается. Ну и она решаема. Ну, добрались, в общем, зачистили, в лифт пошли. Поехали наверх.
Здесь уже мы слышим голос охотника и как он пытается провести допрос вот этих двух пленных стрелков для того, чтобы узнать код входа. Ему необходимо ликвидировать Синта, который прячется там наверху. Ну, мы поднимаемся. Происходит небольшой диалог с ним. Можем ему спокойно объяснить, что нам нужен его чип, который находится у него в голове. Вот, самое интересное, он сразу уходит в стелс. Плюс еще не забываем, у него есть много стимуляторов, поэтому он себя периодически лечит. Я догадался, как его в стелсе слежу. Поставил оружие, которое у нас зажигательное. Вот оно. И как результат мы теперь видим, где горит. Соответственно, он в стелсе для нас перестал быть. Все это достаточно быстро заканчивается, если не давать ему лечиться. Осталось взять с него чип. И все. Разобрались.